Реставрация Триумфальной арки в Москве завершится уже в конце июня. Об этом сообщил Сергей Собянин, приехав с инспекцией на Кутузовский проспект. Работы по восстановлению памятника истории, воздвигнутого в честь победы России в Отечественной войне 1812 года, начались в марте. К тому моменту арка находилась в аварийном состоянии. Часть скульптурных композиций отвезли на реставрацию в мастерскую, часть восстанавливают на месте. Масштабные работы идут и вокруг Триумфальной арки. Помимо реставрации Триумфальной арки будет и реконструироваться газонная часть вокруг Триумфальной арки, включая цветник, который является самым большим в России. Речь идет и о реконструкции газона, дорожек, бордюров и так далее. Эта работа будет закончена где-то до конца июля месяца или начала августа. Торжественное открытие арки намечено на начало сентября и будет посвящено годовщине Бородинского сражения.